Инженеры Volkswagen придумали, как упростить зарядку электрокаров. Они создали мобильных роботов, чтобы водителям больше не пришлось искать свободное место на парковке возле зарядного терминала. Робот самостоятельно разыскивает на парковке разряженный электрокар, о котором он узнает благодаря общению по технологии V2X. Кроме этого, водитель может принудительно вызвать передвижного зарядника при помощи мобильного приложения. Далее робот при помощи манипулятора открывает лючок, за которым на кузове автомобиля прячется электроразъем, и подключает передвижной аккумулятор. К особо мощным батареям робот может подсоединить сразу несколько таких блоков. Сам робот, оставив аккумулятор, может уехать, чтобы развести по парковке другие мобильные батареи. По окончании зарядки помощник отключает и забирает блок. Авторы идеи уверены, что новая система позволит максимально быстро и просто развить зарядную инфраструктуру даже в труднодоступных местах. В ассортименте версий Lada Vesta появилась новая комплектация под названием Comfort Winter. Взяв за основу исполнение Comfort, на которое приходится больше половины продаж, марка Lada дополнила его богатым зимним пакетом. В него включены обогревы лобового стекла и рулевого колеса, трехступенчатый подогрев передних сидений, противотуманные фары и 16-дюймовые легкосплавные колеса. Стоимость такого набора 36 тысяч рублей для седана и универсала и 21 тысяча для кросс-версий. На выбор доступны три силовых агрегата. Еще одна новость – версии Comfort Multimedia теперь полагается другой руль с кожаной отделкой и обогревом.